смело урок вела, краснея, как будто в первый раз, и почерком красивым оценки выводила. Ведь перед ней был первый ее десятый класс. А этот класс десятый моложе был немножко, и это наша Таня однажды поняла, когда вдруг, проверяя тетради у окошка, она записку смятую нашла. Вы не смотрите, Таня, что я учусь в десятом и что еще гоняю по крышам голубей. Войти обратно, ведь принято обычно на письма отвечать. И Таня написала на листике тетрадном: ты подрасти немного, согласна подождать. Вы не смотрите.